Итак, всем привет, с вами я, первый, мы продолжаем проходить GTA Vice City. Итак, мы начинаем проходить миссии за гаитян, их всего три, они не трудные, в принципе. Чем дальше, тем легче, в общем, грубо говоря, это самое сложное из всех трех, но я так считаю. Ладно, смотрим. Come in, my dear, and rest your soul. You must be the big bad man my granddaddy been chatting about. Tell me things about you, you know, when he visits, and about the others who wait for you. Now, we all dead from long time, but you, I wouldn't want to be in your shoes. I got a message to come here. Can you hear them? Them calling your name, boy, must want you pretty bad, don't you think? Now, you do old Auntie Pulea Turner, maybe she help you. Maybe she can give you a little juju after all of this. Give you some magic to give the lawman the stink eye. Mm? Look, this is all very, give me what? Shh. I think I got the wrong address. Give me these things, Tommy. The Cubans, nasty, proud foo-foos. Been making my lovely Haitian boys shake their heads. Now they told the policeman where me been stashing my powders. They think it drugs. Them stupid. Now be a good boy, Tommy, and go and get the powders for Auntie Poulet. Yeah, sure. Ну ладно, не будем расстраивать бедную тетушку Пулет и добудем для нее ее же порошочек, за которым так пристально охотятся аж спецназовцы. Вот. И вся вот серия гаитян такая самая непростая, но я так считаю лично. Здесь за нами гнаться будет дофига полиции. Ну, всего благо 3 порошка, плюс еще это на время, поэтому, в общем-то, тут надо быть и с хорошей реакцией, и довольно быстрым. Да. Вообще советую броней запастись, потому что стрелять часто будет по нам. Сейчас где-нибудь тут. Так, 4 звезды уже. Давайте проедем через эти кусты. Как минимум, более-менее безопасно. И тут уже у нас тачка горит. И у нас еще 40 секунд есть. Надо быстрее мотаться. О, к порошку. Он тут где-то. Сзади спецназ нас толкает, у меня времени не остается. Как я проехал. Так, за порошочком я успел. И теперь за нами ходятся даже ФБРовцы. Так, тачка сейчас бабахнет. Тише, аккуратно, чё вы так со мной? Так. Главное успеть дойти. Так. Осталось совсем чуть-чуть. Пускай друг друга поперережут. Все, успел. Вот такая вот миссия. Вот такая вот небольшая, легенькая. Совсем прям трудная миссия, да, кстати, тут М4 скрывается, может пополнять свой запас постоянно. Ну, на этом, пожалуй, все. С вами был я, ПВ1. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего и пока.